Ну что, друзья, здравствуйте. У нас прошла сегодня инспекция с утра. И вот я вам показываю, как труба выходит из фундамента. И я вам показываю, как там все это дальше. Вот это. Вы спрашивали, как будет дом держаться на бетоне. Фастенерс, это как дословно, если перевести застежки. Тогда, значит, как что будет держаться на бетоне? Смотри, шел бетон, из него торчали штыри металлические. Да. Эти металлические штыри отдели вот эти pressure-treated шпалы. Да. Но дальше стоит дом. Но они там гвоздями приделаны к этим, да, чтобы крепче-то было. Вот эти фастенеры, они будут по всему периметру, и, собственно, они-то и будут удерживать весь дом. Хорошо. Вот объясни мне, возвращаясь к, значит, к этим трубам, как они там сделаны, подделаны. Значит, ты можешь сказать, что будет где? Вот, например, вот эта большая труба, вот, но она небольшая, но вот она торчит. Что вообще это? Все, что здесь есть, это все дрейн. То есть это все, что идет сток. Стоки все из туалета и из-под умывальника. Ну вот труба это куда идет? Это большая труба? Нет, нет, вертикально пошла. А, вертикально? Да. Вот она торчит, видишь? Ну, там будет ванная комната. Вот эти две трубы вертикально торчат. Что это, Свет? Это будет басынка. Сынка, это раковина. Угу. Так, вот это... У меня такое ощущение, что эта труба, она... Посмотри, пожалуйста. Просто они скреплены так по-разному. Пожалуйста, посмотри вот на эту вещь, вот которая торчит. Это, да, что, это душ? Это душ. Вот это они веревочками наметили. Да, стенки. Где будет коридор, да. Стенки. Вот это тоже вот, вот это тоже стенка, да? Вот чего, да, это вот стенка? Вот эта стенка будет 4 инча. Четыре инча – это толщина стены, 4 дюйма. Угу. А что вот это, вот, например, справа от этого? Здесь душ будет, а здесь будет… Слева душ, банька. Вот тут душ, так. А здесь банька что? Банька будет. А, банька будет. Угу. Какая-то она необычная там, да? Или? Инфраред банька, да. То есть она инфракрасными лучами, то есть не просто жаром, она как бы человека греет, а не, да, а не воздух, да, вокруг. Да. Понятно. Ну что же, ты можешь сказать, что будет дальше? Вот сегодня прошла инспекция. Ну, а они приняли. Все, они его за неделю должны поставить, ну, 10 дней, он сказал, так, максимум. Так. Уже будет стоять на уровне фрейма, будет стоять уже все это... Под крышу? Ну, оно, что такое, крыша не будет. Так, но будет готово, ну, все будет для того, чтобы положить крышу. Ну, да. Меня просто что интересует? Мы же говорили, что у нас зима, сезон дождей. Они будут готовы, это будут стоять стады. Вертикальные сваи. Там их так нужно забивать и добивать и все такое прочее. Но они за 10 дней сделают все фактически фрейм для всего. То есть они как бы в принципе поставят вот этот каркас, а дальше будут его уже обшивать там по мелочи, всем, чем нужно по мелочи. А вот это что? Куда я пришел, Свет? Вот что тут? Туалет. Туалет? А почему две такие трубы? А потому что там будет так называемый клинаут, меня на него слышно. Ну подойди. Значит, Света говорит, что здесь будет клин-аут. Который из них клин-аут? Вот который в стене находится, самый крайний. Окей, большой, вот этот. Если засорится что-то, да, и нужно почистить. Если что-то засорится и нужно почистить, то... Через это отверстие можно запустить змеевик такой. Я понял, то сюда змеевик запустят. Хорошо. Понятно, это интересно. А вот спрашивают, Свет, все-таки трубы находятся под домом. Если нужно заменить что-то, ну бывает. Так вон же crawl space остается. Вот просто они заползут сюда. Сюда залезть надо? Да, вот, друзья, вот сюда они зайдут в дом, вот видите? Заползут. Заползут, да. Они сюда заползут, и там у них есть... Какая высота crawl space, ты знаешь? 18 инчей. 18 инчей, ну что-нибудь на 2,5, да, значит... Как правило, ну, все планеры имеют... Не бог весть, но... Все планеры имеют очень маленького... Меня не показывают. Да. Все планеры имеют маленького и худенького... Мальчика. Ну, мальчика, дяденьку. Да. В любом случае, как это? Они маленькая этот... собачка, да, старый, да, щенок. Мальчика. Есть мальчик, который... Который, ну, там всюду будет лазать. И вот мальчик он... взрослый. Мальчик ложится на тележку, на колесиках. Он под спину. А это ты так знаешь? Я видел, как это происходит. Вот он, ну, ложится... Смотри, здесь еще хорошее бетонное покрытие, а в старых ты не лежишь. Оно поэтому и положено, чтобы по нему можно было двигаться хорошо. Вот, так вот, мальчик ложится на эту тележку спиной и пошел. Или вперед, например, лицом. Здесь тоже вот в дом можно будет зайти. Вот тут тоже. Ну, да, через эту трубу, в этот через это отверстие пойдут сюда трубы с водой. Это же только сброс воды, а так должны еще быть трубы... Вот они которым... оттуда придут, из-под, да, низу? Они снизу придут. Ага. Ну что же, Свет, мы в 2 недели управились, да? Ну, с 30-го. Рабочих в 2 недели. У нас же там праздники еще были. Ну да. Вот, а так в 2 рабочих недели мы уложились. Ну, будет красота, когда через 10 дней уже будет стоять все.
Ну, это вообще уже терем будет. Вот и такой. Еще, Света, вот я понимаю, что мы это все покажем, но спрашивают, вот стена, когда будет у дома, угу. Вот что там идет? Вот мы видим, смотри, вот мы видим, а стена, вот мы видим вот это место. Вот 4, смотри, вот идет 4 инча, это толщина этой стены, внутри которой находится изоляция. Сегодня стекловато такая. Да, сегодня без изоляции так. Строить нельзя. Так. Снаружи идет штукатурка. Постой. Между, штукатурка ложится на сетку. Сетка кладется на бумагу черную. Нет, не так? Ну да, но с наружной стороны да. Оно будет обито. Раньше делали фанерой, сейчас делают. А вот мы вот там, может быть, увидим. Да, вот смотри, вот в стене дома вот это вот похоже на древесно-стружечную плиту. Да, это специально сегодня такие все делают. Это специальная такая плита, которая менее. Вот на самом деле, там, если туда снизу немножко заглянуть, вот нет, там ничего нет. Там видно стекловату. Ну, вот видно, как дом был построен. Вот там видна стекловата. Ну, спереди, считай, вот эта фанера или вот это ДСП сегодня ставят. Так. А с внутренней стороны это шитерок и между ними изоляция. Все, ничего там больше нет. А снаружи уже идет водный этот барьер, да? Бумага. Бумага, чтобы не проникала вода, потом сетка и потом штукатурка. Да, на металлическую сетку накидывается... Штукатурка. И разглаживается. Разглаживается. Вот получается вот такая стеночка, как вы видите. Ну, мы посмотрим в деле. Спонтом каменная. Спонтом бывает, спонтом кирпичная. Да. Да.